Как зовут? На камеру как зовут? Семен. Может, что-нибудь еще сказать? Блядь, я что-то страхован, нахуй, Леха, пиздец. Так, руки одновременно разжимаешь, чтобы не затормозить свое падение. Блядь, отказаться можно, деньги вернуть? Деньги не вернут. Так что это дополнительный стимул. Блядь. А поменьше есть что-то? Высота поменьше есть. 30-23 метра. Надо. Но ты-то уже на 50. О чем ты сейчас думаешь? Да, блядь, Леха, я первый раз, мне страшно, нахуй, пиздец. Вообще страшно, нахуй. Сука! Блядь. Леха, блядь. Это все снимается, да? Ну, от первого лица у тебя все снимается. Блядь. А как спускаться потом вниз? Не думай об этом. Спускаться страшно, без страховки вниз по скобам. Сколько, через 2-3 секунды? Да. Блять, очковый пиздец. А ты начинал с каких метров? С 8 этажа. Лех, я зацепился за что-то. Куда, туда прыгать? Ага. Блять. Леха, как прыгнуть, скажи? Включаешь, говорю, мозг и вперед. Да не получается, блин. У тебя нет проблем вообще никаких. Думаешь? Кроме шага вперед. Скажи себе, блядь, я это сделал, нет. Я ж сюда не просто так пришел. Да в том-то и дело, я не думал, что так нахуй все будет, блядь. Серьезно, нахуй. Ебануться, нахуй. А салишь? Чего-чего? Писаешь, говорю. При мне я такого не слышал. Может, они скрывали, конечно. А если с корточек прыгнуть, не ударишься? Не ударишься. Блядь, Лёха, ну это страшно, блядь. Давай перебори себя. Я там снизу ждет охеренная порция адреналина и эндорфина. На сердце не остановится? Ни у кого не остановится. Блять. Отключить мозг, отключить мозг, отключить мозг, отключить мозг. Здесь кто-нибудь прыгал первый раз? Сейчас. Сегодня? Да. Ну, прыгали, конечно. Именно первый раз, да? Ну да. Прям перворазнички. Ебать. И что, они так же нахуй межевались, блядь? Да, нет, к этому моменту они уже прыгнули. Блять, Леха, я боюсь, нахуй. Я не трусь, но я боюсь, блядь. Че, пихнуть? Да, наверное, нет. Ну, так... Я об этом не ударюсь, нахуй. А че, трапик? Да. Ну, если под него прям прыгать, то ударишься. А так тебе вперед нужно инерцию дать. Что, ну ты уже собрал очередь. Блять, а тебя гибли, нахуй? Нет, не гибли. А, чувак. Чё, борода? Вспотел, что ли? Пиздец, припарился. А кого ведут, кто-то упал? Кого-то ведут? Ну. А чё за фигня такая, веду человека? Борода не в курсе?
холодно. Ну вон, смотри, чувака под ручки ведут. А, он рукой зацепился. Зачем? Ну, за веревку. И чего? Порезался. Потянул чуть-чуть. А чего он идет-то так? Да хуй его знает, может, хуево стало. Наверное, а когда с трамплина мне зачем не хвататься, надо за веревку. Можешь хватануться.